На НПЗ Ватыра аварийная остановка. Причиной на сайте завода называют проблемы с электричеством. Этим объясняется горение факела. Отключение со стороны КИГОК было незапланированным и негативно повлияло на работу производства, говорится в тексте официального сообщения. Об устранении неполадок обещают проинформировать дополнительно. Ранее местные СМИ опубликовали видео с горящим факелом на НПЗ. Комментируя его, очевидцы отметили, что в некоторых районах города ощущается резкий запах сероводорода. Жители жалуются на першение в горле.